Перед вами Ольга Мастюгова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, в каком жанре вы работаете? И как долго вы работаете в компании «Росгосцирк»? Я эквилибристка на натянутой проволоке. Работаю в «Росгосцирке» 3 года. Год на репетиционном. Прям получается отсчет такой, да? Оль, расскажи, пожалуйста, как ты попала в программу, в спектакль «Салют Победы»? Ну, так как я работаю в «Росгосцирке» и проволок здесь всего лишь немного, Анатолию Павловичу нужна была эквилибристка на проволоке, и других вариантов у него не было, как взять меня. Когда ты впервые отработала программу «Салют Победы»? В прошлом году, ровно год назад. То есть на 70-летие Победы? Да. Это был твой, собственно говоря, дебют? Да, на «Салюте Победы» в Екатеринбурге. Было в Екатеринбурге. Оль, расскажи, ты работаешь на своем аппарате или ты работаешь с кем-то? Ну, я работаю с партнером Сергеем Шитов, он тоже также работает в «Росгосцирке». Мы работаем на его аппарате. Хорошо. Были ли какие-нибудь трудности? Потому что ты соло, я так понимаю, да? Были у вас трудности взаимопонимания вместе? Потому что нужно было понять, что от вас хочет режиссер. Да. Трудности были в работе. И он солист, и я солистка. И мы не привыкли ходить вместе. Там где-то друг друга подбивали, сталкивали. Но привыкаешь потихоньку. Какой у тебя финальный трюк? Я делаю сальто-планш на сход. Хорошо. Оля, твое отношение к празднику Дню Победы? Очень волнительно. Я реву, я плачу. Что еще сказать? Ну, ты так отвечаешь, как будто на допросе у следователя. А что, нет, что ли? Стоит человек в военной форме. Оль, посадил такой. Скажи, пожалуйста, ты, твое отношение к спектаклю, что ты в нем чувствуешь, что он для тебя значит? Есть связь у тебя с прошлым, с твоими близкими, которых, может быть, коснулась война? И... У меня дедушка, которого коснулась война. Но, честно, он немало чего рассказывал, но все-таки ему 75, и он был на войне, маленький еще был. Ну, к ветеранам я с большим уважением, вообще для меня, я вот сама с большим уважением, то, что меня пригласили в эту программу, очень рада. С какой бы я там ни выпала программы, но здесь, с любого города прибегу к Анатолию Павловичу лишь бы отработать. Хорошо. Оль, скажи, пожалуйста, что бы ты хотела пожелать ныне живущим, их осталось очень мало, ветеранам, труженикам тыла, блокадникам? Ну, понятно то, что здоровье, также долгих лет жизни, пусть они наслаждаются этими моментами, что сейчас мир в нашей стране, пусть они ходят, радуются, чтобы, главное, мы их не забывали. И не только на майские праздники, а чтобы мы помнили их круглый год. Спасибо. С вами была Ольга Мастюгова.